Южный военный округ приступил к подготовке проведения военных парадов. Они пройдут в 10 городах, в том числе во Владикавказе. В парадах примут участие свыше 43 тысяч военнослужащих. Будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны. Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.